на основе наших типовых конструкций многоэтажек. Значит, здесь получилось 83,39 метров квадратных общая площадь и сметная стоимость без учета благоустройства 151 тысяча. Сегодняшний день мы построили в Могилевской области по этому проекту и в Жлобинском районе домик. Вот точно такой, как вы сейчас. Две спальни по 12 метров квадратных. Это спальня. Да, и вот эта спальня, да. Санузел раздельный. И кухня. 10 квадратов кухни практически. Я считаю, что дом сам по себе хороший для деревни. Ну, я не сомневаюсь. Это просто отлично. Каждому молодому сегодня прийти и быть. Ну, понятно, ты его не убеждать. Чем, в чем? Причина, что не нравится? Я, ну, вопрос цены только. Я думаю, вот, что если вот на смету вот расчитают, да, и мы удешевили его за счет сроков, то мы уменьшим, она не будет скопиться. Ну, я не знаю, где-то, наверное, и такой дом нужен будет. Конечно, надо, ну, я не знаю, наверное, 120, вот по моим ощущениям, не надо далеко заходить. 120 это еще терпимо. Ну, а остальные там двухквартирные, четырехквартирные, это правильно, надо делать такие. И посмотрим, можешь ты их делать? У нас есть такой же проект, Александр Григорьевич, сдвоенный, вот этот дом, он сдвоенный. Из двух половин, два отдельных входа на две семьи. Есть и такой. Там кровля одна, то есть уже меньше получается затрат, потому что кровля идет на два дома. Надо серьезно смету специалисты, чтобы посмотрели. И если они завышают где-то стоимость, с ними не надо иметь дело. А так, ну, хороший.